Итак, всем привет, с вами Джим Рейнер. И вот, вы видите, что это происходит? Что это? Жопные крылья эти, рули высоты. Так, что я делаю? А, я сажусь. Они добавили эффекты этого самого. Что это? Что это? Ой, я падаю, блядь. Ой, а чё у меня закрылки включены? Чё за хуйня? Сейчас бы оторвал еще. Вообще прикол. Что это такое? Если кто не знает, тут анонсировали патч со сверхзвуковыми самолетами, там эти эффекты гёзеля хуй знает кого, я не помню, это сложно. Так, подожди, тихо, скорость большая, блять, рассказывать, записывать, садиться, сложно. Так, тихо. Ну, посадку я сделал более-менее. Тын-тын-тын-тын, оп, коснулись. Но тут что-то происходит дикое. Ну, давай. Сделай так, чтобы, блядь. Сделай так, чтобы у меня плыл руль высоты. О, куда это я? Блядь. Что это такое? Ой, блядь. Что это за... Что это за хуйня? Что это за двойной выхлоп? У меня теперь 4 этих движка. Нормально. Так, сейчас залечу, будет веселье. Кстати, интересно, как работают ускорители подкрыльные? Так, что у нас? Да, у моего собеседника бомбануло. Я с ним тут переписывался немножко. И он что-то бомбанул слегка. Видимо, ему не очень нравится баланс в игре. Так, о, вот, кусочки крыльев тянутся. О, как сыр на этом самом. На чем? Я тупой. На пицце, да. Так, ускоритель есть? Есть. Так, я хочу... Так, ладно. Сколько врагов осталось? Ну, поехали. Ой, ё-моё. Кстати, добавили УРВ ракеты. Добавят. Но говорят, типа, они хреновенько будут работать. Чтоб, типа, баланс был. Не знаю, насколько это правда, но бобрам не жить. Это грустно. Фарм на Ту-14. Я хотел еще выкачать ветку штурмовиком на нем. Там совсем немножко. Четвертый ранг, там всего 200 тысяч опыта суммарно нужно выкачать, чтоб весь четвертый ранг. У меня один мих 15 бис, 380. Я за неделю его выкачал. То есть я за дней 4 выкачал бы весь четвертый ранг, и там остается 2 ил-28. То есть обычный Иша по 120 тысяч. Я бы за недельку, за полторы выкачал бы всю ветку. Мне там еще третий ранг выкачать нужно, но это совместкой. Там на Як-9Т буду летать и бить, ну, зарабатывать на третий ранг штурмовиков. А тут они вводят такое. И как мне, понимаешь, ли летать? А если они сделают разграничение, у меня, по идее, БР-8-0, а там, наверное, будет 10-0. То есть мы вообще не встретимся. То с кем я буду летать? Они, наверное, или все перебалансят так, чтобы ранние вот эти вот сейбры, миги, хуи, они были совсем отдельно. Либо, я не знаю, это штурмовик, да? Это ж вроде штурмовик. Погнаться, что ли, за ним? А он без бортстрелков, я знаю. Только эсеровцы с бортстрелками. Так, сброс. Хотел сказать еще. Плюс у меня МиГ 15 БИС. Я его куплю только где-то через 2 недели. Потому что... О, что-то как-то быстро бомба долетела. Ну ладно. Потому что... Это что там, самолет на аэре? Наверное. Потому что... Не буду я возвращаться домой. Не хочу. Буду штурмить. Так, о чем я? А, да, потому что скидочки будут на Новый год 50%. Ну, и в прошлом году были. Блять, крылья плывут. Красиво, прикольно. Так, куда он делся? Куда все делись, подожди? Сложно. Так. Он струсил. Да, он струсил. Это еще что за хуйня? Вы что делаете? Сука, мне бы бомбу. Нужно было бомбу не тратить. Ладно, попытаемся не сдохнуть от ПВО. Так, делаем клевок вверх. Ебать, их там сколько? 4? А ну.
попадания. Серьезно! Серьезно, ПВО! Да иди ты нахуй! Сука, их там четверо на аэродроме сидит! Четверо! Блять! Блять! Ой, да пошло нахуй. Мне требуется помощь. Моральная помощь! И материальная. Пиары. А ведь иногда, как противник пролетает, так насквозь пролетает, и ему норм. То есть мимо всей ПВО. Как я пролетаю, так пинус. Ну, 35 человек, блядь. 17 саммеров? А, это евросервер. А, тут 15 саммеров. Ну ладно. Учитывая, как нас коннектят, то есть вот, 15 саммеров, 9 эсэсэровцев. Ну все, собирайте ему. Давай, блядь, ну типа, что, да. Так, сейчас. Логика, мысли, идите сюда. Мне, вы мне нужны, я вам нужен. Не, я вам не нужен, ладно. То есть, блин, мы катаем обычно 6 на 6, ну может там 8 на 8. Вот, 10 эсеровцев и амеров там берите в противовес. Он нас вместе с нациками кидайте, будем типа ГДР-ФДР. Нормально, блять. Нет, блять, ну да. В итоге сидим по 5-10 минут. Мне кажется, или я не один такой умный, и все параллельно и на евро, и на ру-сервере, и в итоге просто пробки. Ну ладно. Ну что ж, это как хуйня, малята. Кстати, вот этот мегасик, он достаточно веселая штучка, дрючка. Ты мне сейчас браузер откроешь, да? На, внутренний браузер. Заебись. И чё это? Обожаю, блядь, тундровские эти браузеры, не чтоб просто инфу дать. Нет, сука, он мне браузер грузит. Мы сделали браузер внутри игры, чтобы ты мог сидеть в браузере, пока играешь в игру. Прикольная вещь. Ух ты ж, блядь. Так, что у нас тут есть? Во-первых, у него эти самые нурсы, нары. С углом атаки вниз, то есть можно не пикировать. Ну, не знаю, как по мне, пикировать удобней. Хотя тебя могут сбить. Господи. Чихнуть хочу. Хотел сказать, но не успел. Так, среди которых 48 неуправляемых ракет, 8 крупнокалиберных ракет С1. Таких ракет я не знаю. Калибром 212 миллиметров. Ну и также говнобомбы. То есть сейчас такого нету. Так, авиация. Мне нужна авиация. Так, вот, мегасик. Есть С-21. Тут, конечно, не пишут его. Может, это и есть он? Типа... Я не знаю. Наверное, это он. Сколько их там? 8? Ай, блядь, опять ты грузишь. Да, давай быстрее. Ебать, реально 8. Сука. А тут есть фоточки с разными раскладками? Не, разные раскладки я хочу. Не, только с нарами. То есть это, походу, больше, чем у Ил-28Ш. Сколько у тебя? 6. Правда, это 24-ки, они в два раза тяжелее. Тут по 200 килограмм каждая, а на мегасике по соточке. Но все же. Ну, что-то. Это что-то. Вот так вот. Ну что ж, на этом я закончу. Всем спасибо, вся хуйня, всем пока. Блядь, 10 нациков! Ну, сука, ну может вы за это создадите, давайте, блядь. Ну шо це таке, блядь? Ну создай. Создала. Мы СССР не взяли. Все как в жизни. Все тусуются, СССР за железным занавесом. Заебись.